И еще сосуды с греческим огнем. Их так много. Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Это подрасчистит путь. Если как-то задействовать воду,
Здесь еще сосуды. Я наверняка смогу их вытащить. Еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем.
тоже. В нашу обсерваторию в горах. Хорошо. Это ты? Птенчик! Ты жива, я так и знал! Боже мой! Иона, что ты тут делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову, его люди нашли меня полумертвым. Подумать только, ты пришел за мной. А чего удивительного? Я же обещала тебе заботиться. Я не мог бросить тебя здесь одну. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней. Я рад, что ты все еще с нами. Захватчики рассредоточились по всей долине, но мы тесним их где только можем. Если поможешь, мы будем только... Кто-то еще нападает на бандитов Троицы в соборе.
Бессмертные? О которых говорила Софья? Если так, то что им нужно? Столько вопросов. Но есть и радостные вести. И он жив. Так я и знала, что он придет меня искать. Слава богу, что люди Якова нашли его раньше Троицы. Мне бы меньше всего хотелось, чтобы из-за меня он оказался в опасности. Но должна признать, я рада, что он рядом. Ужасно выглядишь. Ужасно, но радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара. Софья, рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. Все-таки его нашла. Строители Китежа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с Атласом. Иона, потяни-ка за цепи. Есть. Наверное, они использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас, он был не на той стороне карты. Поворачивай. Вот оно. Китеж не под озером. Он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди. Этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китеж должен быть здесь. Вход в Китеж находится здесь. Ты знал.
нет. Нам надо поспешить. Троица скоро поймет, где находится источник. Но мне надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно. Если Иона еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться, я не могу оставить его на растерзании Троицы. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь.
Снова пропаганда. Надвигается буря. Знаю, что мало рассказывал тебе о матери, Лара. Но пока она была с нами, она тебя обожала. Мы втроем были так счастливы. А когда ее не стало, мое сердце разбилось и разбито до сих пор. Надеюсь, когда-нибудь я найду ответы, которые уймут эту боль. Для меня уже слишком поздно, а другим может пригодиться. Ну вот, я раскис. Не надо было пить на ночь. Спи спокойно, моя милая. Все было из-за нее. Те вопросы о жизни, на которые ты хотел найти ответы. Или это был только предлог? Может, я слишком сильно напоминала тебе ее? Господи, Лара, ты разговариваешь с умершим, а другой умерший. Может, это тебе надо выпить на ночь?
Еще что-нибудь нашла? А то они уже начинают подозревать. Скоро надо будет валить. Надо где-то укрыться. Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости. Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину, а не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я обещаю. Лара, пора. Иона ждет.
Иона где-то там, наверху. Невероятно. Святой источник. Он в центре старого города, погребен подо льдом. Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет? Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, Троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет. Надо верить. Меня выбрала не Троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... Ты будешь жить. Заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Не среагировал. Я поступил бы так же. Грузовик был перегружен, мост вырубил. Да тут все разваливается, только дождаться. Будем докладывать? Я столкнул. Все собираются и готовятся переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли, что искали. Thank you.
Впервые работаешь на Троице? Нет. Я помогал зачистить остров после побега этой Кро. Нелегкая работенка. Местных тоже пришлось перебить? Ага. Какой ты культ солнца. Психи долбаные. И как только Кро-то уцелела в том аду? Ну, как-то уцелела. И нам теперь с ней разбираться. Что случилось? Грузовик был перегружен, мост не выдержал. Да тут все разваливается только до трассы. Будем докладывать? Бестолку. Все собираются и готовятся переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли, что искали? Трудно. Помогал зачистить остров после побега этой кров. Нелегкая работенка. Местных тоже пришлось перебить. Ага. Какой ты был солнце. Сильный долбанный. Как только кров уцелела в том аду. Ну, как-то уцелела. И нам теперь с ней разбираться. Чисто. Понял. На нас напали!
Это печать для официальных писем Троицы. Мало кто их теперь использует. Уже грузят вертолет. Я не думал, что доживу до второго этапа. Тише ты. Большинство наемников понятия не имеют, что их ждет. Если у нас все получится, они узнают первые. Обрушила на нас целую гробницу. Константин не ожидал ее пока там. Пока нет. Главное, не спи в дозоре. И вообще, смотри в оба. Головы поднять! Молодцы!
подвеска. Точнее, современный реликварий. Внутри маленькая человеческая кость. Святой Перегрин. Покровитель неизлечимо больных. Мы стоим на пороге нового мира. Святой источник найден. Крофт все еще жива, но нейтрализована. Анни с каждым часом все хуже. Ее голос, который был со мной рядом всю жизнь, начал дрожать. Я спросил, помнит ли она ту ночь, первую ночь, когда Бог высек предназначение на моих руках. Ночь, когда Он выбрал меня. Она сказала, что помнит. А потом улыбнулась и добавила, что у нас еще будут такие ночи, когда кончатся наши мытарства. Я буду сильным ради нее. В старом городе мы найдем святой источник. Я спасу свою сестру. И вместе мы спасем этот мир от самого себя. Винтовочный патрон, но необычный. С торца выгравировано на латыни: «Убивайте всех, Господь узнает своих». Я не умру в этой богом забытой долине. Моя вера сильна. Моя воля сильна. Даже если разум слабеет. В детстве, в нашем с Константином детстве, он был трудным ребенком. Постоянные вопросы, вечные сомнения. Он боялся будущего. Боялся никогда не найти своего предназначения. В ту ночь, когда я вырезала метки на его ладонях и прошептала ему в ухо те слова, я сотворила его заново, спасла его. Он поверил, что он избранник Божий, как я и надеялась. А теперь спасать нужно меня. И если этого не сможет он, я сделаю это сама. Лара! 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 Ответь! Когда я видел тебя в последний раз, ты была... Черт, Лара! Вот только попробуй мне умереть! После той лавины был только один единственный сигнал. И черт меня дери, это был твой голос. Никаких сомнений. Я уверен, что ты выжила. По крайней мере, после лавины. С тех пор не было ни писка, но я не сдамся.
Ты, конечно, просила меня уйти и спрятаться, но... Ты ведь не надеялась, что я тебя брошу? Ладно тебе. Ты же меня знаешь. Подчинись Божьей воле! Если собрался читать проповедь... Фиона! Всецело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Прошу, не надо. Не слушай его. Я всего лишь делал то, во что верил. Обыскать тюрьму. Убить всех. Безоружен, я не смог. Чш, ты не обязан. Прости, что втянула тебя в это дело. Думал угнаться за тобой. Они идут. Мы окружены. На этот раз я тебя прикрою. Он умирает. У нас мало времени. Запри дверь.
отрядом, нам приказано ее убить. Мы почти на месте. Докладываю, мы заняли позицию. Видим Вокруг враги. Надо быть осторожней.
Она просто исчезла. Наверное, под воду ушла. Смотреть в оба. Вокруг враги. Надо быть осторожней. Она просто исчезла. Наверное, под воду ушла. Смотреть в оба. Вокруг враги. Надо быть осторожней. Yeah.
идем на разведку. Клоне. О, боже, только не это. Иона. Лара. Я здесь. Лара, послушай. Не двигайся. Если мне не суждено выжить. Не смей так говорить. Да ты слушай. Перестань винить себя во всем. Каждый из нас делает свой выбор.
Ему недолго осталось. Нет, он должен жить. Мы ему поможем. Как? Надо доставить его в обсерваторию, к Якову. Только Яков может спасти Иону. Нужно доставить его в обсерваторию. Яков, он умирает. Позволь мне помочь ему. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя, справа руки твои. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, будет охранять тебя отныне и вовек. Прижимай рану. Подготовь его. Яков, в тебя же стреляли. Так это ты? Я права? Бессмертный пророк. Я чувствую боль. Меня можно ранить. Я тоже человек. Только не умираю. А святой источник? Я нашел его давным-давно. Он существует. И таит.
великую силу. Только он не святой. Так ты им лгал? Целыми поколениями? Я и сам тому не рад. Но это было для их же блага. Однажды я применил источник, чтобы наделить своих воинов долголетием. Ужасная ошибка. Так это их я видела в архиве. Когда враги подступили к Китежу, бессмертные обрушили на город лед с горы. Погибли тысячи людей. Они пошли на злодеяние. Ради власти. Троица поступит так же. Но в гораздо больших масштабах. Ты не такой. Ты бы никогда не причинил вред своему народу. Как ты не понимаешь, все это моих рук дело. Этому надо положить конец. Отец! Они приближаются. Они силой пробьются сквозь лед. Значит, мы проиграли. Нет. Должен быть способ остановить их. Яков, на карте был показан тайный вход в город. Путь бессмертных. Он слишком опасен. У нас мало времени. Сейчас не время опускать руки. Если задержим Троицу, у нас будет шанс. Я соберу бойцов, и мы встретим их на льду. Что ж, время пришло. Пора открыть путь. Как будешь готова. Знай, что путь лежит под обсерваторией. Я попробую спасти твоего друга.